Ветерана Великой Отечественной войны с Новым годом поздравил депутат Государственной Думы Сергей Морозов. Игорь Фомич Федчук участвовал в обороне столицы, боях на Курской дуге, Волховском и Ленинградском фронтах, взятии Берлина. После окончания военных действий был переведен в Монголию, а дальше участвовал в разгроме японской Квантунской армии. Награжден орденом Отечественной войны, орденом Красной звезды, медалями за боевые заслуги, за оборону Москвы, за оборону Ленинграда, за взятие Берлина, за победу над Японией. В июле ему исполнился 101 год. Сергей Морозов пожелал ветерану крепкого здоровья. Мы очень хотим, чтобы и вы лично, и все ваши родные и близкие были живы, были здоровы, были с хорошим оптимизмом. Искренне верим о том, что следующий год будет все же годом победы. Да. Ну и, конечно, так сказать, хотелось бы, чтобы мечты сбывались. В ответ ветеран обратился ко всем жителям Ульяновской области. Желаю хорошего здоровья, настроения и исполнения ваших желаний. Поздравление ветеранов – добрая традиция фракции «Единая Россия».